Всем здравия! На связи Лисогор. 18 ноября АС прибываю в Москву, и будет открытая встреча для каждого желающего человека. Отвечу на любые вопросы. Расскажу про свои книги, расскажу про баню, про мухоморы, про все, что угодно. Отвечу на любой вопрос. Будет очень интересно, пообщаемся, хорошо проведем время. Это будет суббота в 12 часов дня. Встречаемся в Москве. Вся информация о том, где состоится встреча и как туда попасть, в описании к этому ролику. Также, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Я создал его недавно. Там будет вся оперативная информация, как я буду двигаться, где я нахожусь. Заходите в открытый чат «Мухоморные мистерии». Информация вся будет также там дублироваться и здесь на канале. Ну, в общем, кто захочет, тот найдет способ побывать на этой встрече. Еще раз, 18 ноября, 12 часов дня, Москва. А также 25 ноября в 17 часов дня мы будем делать встречу в Санкт-Петербурге. В отличном месте, в атмосферной обстановке. Фотографии мне уже прислали, там на стенах мухоморы. В общем, наши люди держат это заведение, я так понимаю, и там будет проведена встреча с читателями, с подписчиками канала и просто с каждым человеком, который захочет прийти и задать вопросы лично Лисогору. Также вся информация ниже в описании к этому ролику, что, где, как туда попасть, координаты, адреса. Буду рад встрече, буду рад увидеться с каждым человеком, который смотрит этот канал, который поддерживал меня на протяжении этого времени, что мы занимаемся нашими общими, очень важными делами, да, по самосовершенствованию, саморазвитию человека и возрождению нашего народа и всех народов России. Благодарю за внимание. Увидимся уже скоро. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отправьте это видео друзьям в чаты. Тем, кому будет интересно, обязательно поприсутствует. Благодарю еще раз. С вами был Лисогор.